Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили, как организована диспансеризация в Одинцовской поликлинике номер 1. Партийцы пообщались с персоналом медицинского учреждения и пациентами. В 2021 году Одинцовский округ выполнил план по диспансерному обследованию взрослого населения. Профосмотры прошли более 30 800 жителей. Более чем у половины из них были выявлены факторы риска. Кроме того, всем гражданам, переболевшим коронавирусом, показана углубленная диспансеризация.